Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. У всех слово «май» ассоциируется с грин-картой. Ну, я думаю, что многие знают, что это такое. Очень много людей заполняют грин-карту, участвуют в этой лотереечке. Все надеются, что ее выиграют, и все легальным способом переедут в Америку. Ну, конечно, не у всех получается. Некоторых говорят, надежда умирает последней. Некоторые участвуют раз и больше не участвуют. Некоторые участвуют и по 15 раз. Я вот смотрела у многих блогеров разные видео за эти 2 года. И видела, как, знаете, кто выигрывает с одного раза, а кто уже 15 лет подряд заполняет грин-карту, участвует в этой лотереечке и ничего не выигрывает. Так что это тоже судьба. Я участвую в этой лотереечке только 2 года. Я заполняла в том году и в позатом году 2 года. Сегодня, знаете, уже немножко страсти в интернете приутихли. Многие уже проверили результаты. Многие блогеры уже сняли видео. Я, конечно, первые пару дней, итоги должны были быть 7 числа, но, как многие знают, на сайт пару дней, ну, зайти было нереально. Если вы даже смогли зайти, но результаты, ну, не знаю, так это был какой-то там миллионный процент случаев, что можно было в первые пару дней проверить результаты. Я заходила 7, 8, 9, 10, 4 дня я заходила, я вводила свои данные, но результаты я так не смогла проверить. Оно типа уже, едва еще и проверять, что вы ввели, нажимаете проверить, оно проверяло, и все выскакивало. То время прошло, то сайт не рабочий, то 5, 10, было очень много ошибок. Наверное, сайт был очень перегружен, но невозможно было проверить. Потом я пару дней оставила, не проверяла, но где-то вот пару дней назад я уже проверяла. Но я решила проверить 3 дня подряд, я проверяла 1, 2, 3, посмотрела, какие результаты. Тогда я уже решила, что уже так сайт работает более-менее нормально, можно вам показать. Многие спрашивают, знаете, вот есть люди, которые не знают, что это за лотереечка. Друзья, ну скажу для тех, конечно, многие знают, это для них не новшество, но многие не знают. Есть очень много молодых, есть много даже старых людей, которые не знают, но все равно у них есть шанс заполнить вот эту лотереечку. Грин-карт – это американская лотереечка, которую проводят каждый год. В октябре вы заполняете анкетку, все свои данные, там фотку. И отправляете на официальном сайте. Вот это официальный сайт. Я сайт поставлю под видео. Вы здесь, вам надо заполнять. Ну, я рекомендую заполнять самому. Посмотреть, зайти, как сайт, как оформлять его, как заполнять свои данные. Вам надо сделать фотку, чтобы фотка была в нормальном разрешении. Сделать это самому. Просто заходить, смотреть, перевести гуглом, почитать, что, как, посмотреть видео. Ну, если вы, конечно, не знаете, вы, может, какой-то доверяете какой-то фирме, то это ваше право. Но я, в принципе, если честно, выкидывать деньги не собираюсь. Зачем выкидывать? Я сама сфоткалась, я ходила. Ну, конечно, сфоткаетесь вы в любом фотоателье. Фотку вам скинули на флешку или там на телефон, вы потом ее перекинули себе на компьютер, заполнили и данные, и потом скидываете. Эта лотереечка, буду говорить, проводится она раз в год. Видите, вот, например, в этом году можно было заполнить эту лотереечку с 3 октября 2018 года по 6 ноября. Но бывает, что там пару дней плюс-минус идет вправо-влево. Ну, бывает, что немножко продолжит ее на пару дней, бывает, немножко скоротит, ну, бывает по-разному. И если вы все правильно заполнили, вам приходит такой один, ну, такой, видите, он пишет, confirmation number, номер на электронную почту, вам этот номер надо сохранить, вы его сохраняете и ждете
получается, почти полгода вы ждете результатов. Результаты проверяются в мае каждого года. Ну, смотря с какого числа. Бывает с 7, бывает с 10, бывает с 15. Ну, как там у них получается. Результаты вы проверить можете в виде этой лотереечки. Вы можете проверить до 30 сентября 2020 года. Так что, если вы даже, например, заполняли анкетку еще в позапрошлом году, на DV 2019, то вы можете еще результаты проверить до сентября. И что я вам рекомендую? Многие блогеры не рекомендуют, а я вам рекомендую. Если вы проверили результаты, и у вас, там, не дай бог, вы ничего не выиграли, ну, это, конечно, знаете, что людей заполняют миллионы, чуть не скоро, наверное, будут миллиарды заполнять, если ее не отменят, эту лотереечку, заполнять со всего мира заполняют, это весь мир, все страны, люди с каждым годом все больше и больше заполняют лотереечку, шансы, конечно, уменьшаются, но все равно шанс есть. Есть ведь кто из первого раза, кто только заполнил, выигрывает с первого раза, кто-то с третьего, кто-то с десятого и так дальше. И шанс есть, как и в молодых, если у вас есть все, вы подходите по параметрам, у вас там есть и образование, или вы уже проработали где-то и все правильно заполнили, пусть у вас там может быть и 20 лет, есть кому-то и 60 лет выигрывают, возраст здесь не играет роль. Это просто все, говорю, везение. Так что, так, друзья, знаю, что я очень много рассказала, но потому что, знаете, такая лотереечка многие не заполняют. Вот, в принципе, знаете, я тоже. Вот не знаю. Я вот просто сейчас... мне обидно, что я потеряла столько лет, я ее не заполняла. МГАЗ ее заполнить еще 20 лет назад, когда я была совсем молодая, когда я только закончила институт. Надо было тогда заполнять. Ну, знаете, тогда пошла на работу, на официальную, государственную работу, даже крутую работу, нормально получала, работала, знаете, что-то не думала переехать. А когда уже начались разные проблемы, туда-сюда, 5-10, ну и сейчас хочется. Так что, друзья, если кто думает, заполняйте анкету побыстрее. Хорошо, друзья, кто смотрел мое видео, когда я заполняла, посмотрите, ссылочку я на него оставлю, у меня есть, посмотрите моих видео, что я заполняла в прошлом году и позапрошлом, вот есть такой сайт, я тоже вам напишу, вот здесь пишет, клик, вы можете еще проверить, я говорила, DV 2020 и DV 2019, еще за 2 года вы можете проверить результаты, нажимаете чек статус. Ну, пишет, welcome на сайт, до 30 сентября 2019 года вы можете проверить лотереечку DV2019, и до 30 сентября 2020 года можете проверить лотереечку DV2020. Вы нажимаете продолжить, появляется вот такая табличка, в эту табличку, видите, confirmation number, в этот номер, в эту формочку, в колонку вы вводите свой номер, который вы получили, видите, он должен начинаться 2020, если вы за прошлый год, и 2019, если за позапрошлый год. Здесь вводите свою фамилию, не имя, ничего, просто одну фамилию, на английский с большой буквы. Здесь вы вводите свой год рождения, просто год, тоже без ничего. Здесь без имени, просто фамилии, здесь просто год. Здесь вот этот вот такой получается длинный номер. И здесь вводите подтверждающую капчу. Вы ввели все и нажимаете submit. И, друзья, давайте начнем с плохого. Если вы не выиграли, вот так как я, видите, я ничего не выиграла. Я в прошлом году ничего не выиграла с первого раза, когда я заполняла. Сейчас заполняла второй раз, и я ничего не выиграла. Когда я ничего не выиграешь, выскакивает вот такая табличка has not been selected. Что, ну, вы можете в гугле перевести, пишет, что... На жаль, система вас не выбрала, вы ничего не выиграли. Если вдруг вы неправильно ввели номер, вы можете еще раз проверить, вводите типа вот Escape Home, вернитесь на главную страничку, еще раз проверьте и перепроверьте. Ну, вы можете еще раз проверить и перепроверить, вдруг там, возможно, может была какая-то ошибка. Ну, сейчас я еще за эти ошибки вам еще скажу, чтобы вы знали.
Вот, друзья, видите, выбило вот такое, что вы не выиграли. Ну, я говорила, вот многие блогеры не рекомендуют, чтобы не расстраиваться, там, не давать себе какую-то надежду. Но я говорю, надежда умирает последней. Я вам рекомендую, вот вы, например, вот сейчас были результаты, вы проверили. Вы ничего не выиграли, вот вы посмотрели, вы ничего не выиграли. Что я вам рекомендую? Я вам рекомендую хотя бы раз в месяц, ну, в любой день, раз в месяц заходить и проверять итоги. Вот это у вас займет, вы знаете, минутку. Зайдите каждый месяц. Июнь, июль, август, сентябрь и так дальше. У вас еще есть даже шанс еще раз проверить результаты за DV 2019. Вы до сентября еще можете. А эти результаты, получается, еще можно полтора года. Ну, в пределах до полтора года у вас есть шанс еще проверить. Заходите каждый месяц, проверяйте. Друзья, бывает. Поищите в интернете. Я много читала и на других сайтах. Я в интернете читала, смотрела. Бывает такое, что система ошибается. Бывают сбои. Бывают какие-то там накладки, бывает, ну, много, знаете, это система, это компьютер, это программы, все бывает. Вы знаете, как работают компьютеры, программы, бывает сбой, бывает какие-то, может, вирусы, хакерская атака, бывает, ну, все может быть, очень много разных, которые может быть. Бывает, что проходят, может, люди отказываются. Много людей сразу не обращаются за этой лотереечки. Может, кто-то, знаете, жизнь такая, кто-то передумал, кто-то кому-то здесь хорошо, кто-то там, извините, ну, конечно, кто-то умер, кто-то заболел, кто-то здесь женился, завел бизнес, не хочет ехать в Америку, никто-то не заполняет. Он выиграл, но не заполняет. Бывает очень-очень много причин, которые люди выигрывали, но не уезжали. Кто-то номер забывает, такой номер. Смотрите своим номером. Вот этот confirmation number, запомните его, сфоткайте, запишите где-то в блокнот, сохраните на телефоне, на планшете, на компьютере, где-то на флешке. Сделайте себе пару копий и сохраните вот этот номер. Если вы потеряете этот номер, вы не сможете его никак восстановить, никак. Вам никто его не сможет восстановить, если вы заполняли сами анкетку. И тогда, получается, вы его не сможете проверить, а вдруг вы выиграли, но вы его не проверяете, получается, вы шанс теряете, и уже одно место освобождается. И бывает, что очень много людей не заполняют вот эту анкетку, кто выиграл, и места освобождаются. И бывает, что проходит еще какой-то перерозыгрыш, дорозыгрыш или еще что-то. Бывает, что даже в сентябре очень много выигрывали, вот этот дорозыгрыш проходил в сентябре. Люди проверяли в сентябре, последние результаты за 2 года, и им выбивало, что не выиграли. Тут у них, получается, не выиграли, а тут раз в сентябре, в самом конце, перед тем, как уже должна была закрываться лотереечка, выбивала, что не выигрывали. И люди успевали оформить документы, заполняли, там есть формочки, которые надо заполнить, они все заполняли, и люди так уезжали. Случаев может быть очень много, так что верьте, надейтесь. Если вы хотите заполнять, я вам рекомендую, заполняйте уже, пока вы молодой, пока у вас есть силы, пока у вас есть. Если вы хотите переехать, улучшить свою жизнь, я вам рекомендую заполнять анкетку уже. Вы закончили институт, у вас есть работа, заполняйте. Выиграйте, захотите — уедете, не захотите — останетесь. Но кто хочет, это, как говорят, самый простой, самый легальный способ, которым можно уехать в Америку. Я говорю, я очень сожалею, что я не заполняла эту анкетку еще 10 или 20 лет назад, когда она там была, когда я была еще молодой. Это, конечно, сейчас мне немножко, если честно, обидно. И вот я уже второй раз не выигрываю. И, если честно, обидно. Вот я сейчас прочитала итоги. Один человек пишет, что они с семьей заполняют уже... Вот в этом году было 15 лет, как они заполняют. И за 15 лет они ничего не выиграли. А есть пару отзывов было, что заполняли с первого раза.
только заполнили и выиграли. Был один случай, я прочитала, девушка заполнила с парнем, они первый раз, они выиграли, но парень не хочет ехать, девушка хочет ехать, а парень передумал, не хочет ехать. И был такой еще интересный случай, женщине 60 с чем-то лет, да, ну, у нее есть тоже высшее образование, она еще где-то работает. Она заполнила и выиграла. Ну, конечно, не с первого раза, я не помню, с какого, с второго или третьего, но она выиграла. Видите, что можно уехать не только, если тебе 20 лет, а если тебе и 60. Так что, конечно, мне еще до 60 еще чуть-чуть есть, так что мне... Я пока тоже буду заполнять. Надеюсь, а вдруг мне, может, с третьего раза повезет. Но проверять, конечно, лотереечку я буду каждый месяц. Так что, если вам интересно, я... эти месяца проверю. Проверю еще в сентябре. Я думаю, что в сентябре, где-то, может, перед своим днем рождения, я еще сниму видео и покажу, и расскажу вам. Может, вдруг я выиграла. Вдруг мне повезет за эти месяца. И, друзья, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я хочу услышать ваши комментарии. Если вы заполняли, напишите. Если вы играете в эту лотереечку, заполняли вы ее? Если выиграли с первого раза или с десятого, хотели бы вы уехать в Америку или нет? И как вы думаете, есть шанс выиграть или нет? Может, кто-то уже выиграл, уехал в Америку? Напишите, стоит заполнять анкетку выиграть, переезжать в Америку или нет? Мне просто интересно. Если вам не трудно, пишите комментарий. Я почитаю и тоже мне будет интересно. Если что, если вам будет интересно, добавляйте ваши комментарии, я там, может, хотите вашу фотку, я скину в Инстаграм, напишу, как вы переехали. Ну, как-то договоримся. Если что, пишите, мне будет интересно почитать. Все, друзья, я вам всем желаю удачи. Если вы хотите выиграть, играйте. Пусть удача будет на вашей стороне. Кто не выиграет, не расстраивайтесь. Шансы еще за пару месяцев есть. Если нет, заполняйте. Следующая лотереечка, я думаю, ее не отменят, как хотят. Она уже идет много лет, но я думаю, что Трамп ее не отменит. Никто не разрешит. Так что лотереечка, я думаю, она будет еще не один год. Так что ждите октября. В октябре вы сможете ее заполнить. Так что вы за эти месяца подтягивайтесь. Как говорят, собирайте деньги, делайте фотки, учите английский, смотрите, как там жизнь. И в октябре. В октябре заполняйте анкетки и надеюсь, что вам повезет. Я вам всем еще раз желаю удачи. Жду ваших комментариев. Надеюсь, что видео вам понравилось. Извините, что такое длинное. Я не думала, что так за все затягивается. Но хотела просто вам рассказать от души. Все так выплеснуть, все вам так показать, рассказать. Потому что, говорю, многие там не знают, не понимают, боятся заполнять. Знаете, мне тоже как-то не боялась, не думала, а потом раз и решила. Теперь, конечно, жалею, что поздно. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Инстаграм. Надеюсь, вам было интересно. Все, друзья, я вам еще раз желаю удачи, до новых встреч, пока.